Ставшая ежегодная акция «Ночь музеев» проходит в Подмосковье уже 8-й раз, а на Люберецкую «Ночь музея» всем желающим можно будет попасть 20 мая. Программа ожидается достаточно обширная. Двери городских музеев будут открыты для посетителей до позднего вечера. Краеведческий музей, помимо тематических экспозиций «Тайны морских глубин» и «Мир камня», представит выставку, посвященную Дню Победы, а также хронику военных лет. Жажду прекрасного смогут утолить и любители передвижников. Для них специальная экспозиция классики русской живописи. Акция «Волшебный вечер в музее» ожидает посетителей в Малаховке. Глаз порадует экспозиции, посвященные деятельности учреждения. Также можно будет увидеть персональную выставку хранителя фонда музея. А самых маленьких ожидает показ мультфильма «Ну погоди», викторины и мастер-классы. Завершится акция праздничным концертом, который подготовили творческие коллективы города. Алина Сиразетдинова, телеканал ЛРТ.